завтра я иду уже покормить лошадей. Сегодня мой маршрут второй, так что можно немножко отдохнуть. Когда один выбор лучше другого. Что, я даже не знаю, что мне выбрать. Shine in a cloud, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I know, and I know, and I know, and I know, giving up without a fight. What I feel, what I feel, I know it's right. Let us step to what you say, that you only meant well, well, of course you did. Короче, мы прыгали уже давно. Чувствую себя просто говном. Мне перед всеми жутко стыдно. Перед Сергеем Николаевичем, перед Игорем Викторовичем. И даже перед Анной Шатуновой теперь стыдно, потому что она тоже мне сказала, что мне нужно двигаться, а я не двигаюсь. Хотя у меня такое ощущение, что я постоянно ношусь или что-то типа того. Ну, в общем, косяков полно было. Но не знаю. До конца доехали, вот, уже радуюсь, что могу с ним справиться и допихать до конца, то есть, ну, да, в принципе, он невероятный парень, но я просто когда косячу, он меня учит, вот и все. Так, сейчас еще я шла с трибун сюда, в гостиницу, то есть сейчас я в машине, конечно, но когда я шла в гостиницу, я увидела, что какой-то конь ходит без левады, и я его словила и отвела в конюшню, вот. Так что, лохушки, что сделать? Скоро сыграем в Ярославле, так что думаю, что нормально должно быть все. Скоро мы поедем домой. Мы собираемся уезжать. Ластик жрет. Я его смогла завести в этот солярий перед нами. Там конемос. Тут манеж пустой. Вот, и мы ждем. И, короче,